Сегодня в студию мы пригласили депутата Совета депутатов городского поселения Видное Александра Босых. Александр, здравствуйте. Добрый день. Совсем недавно к вам обращались жители с просьбой что-то сделать с скейт-парком, который располагается на улице Завидная. Расскажите, там сейчас, насколько я знаю, площадка в не очень хорошем состоянии находится. Скажите предысторию, как все было и какие результаты обращений. Небольшая предыстория по скейт-парку. В 2017 году, где-то в октябре месяце, мы встречались с ребятами на данной площадке и обсуждали вопрос реконструкции на данной площадке в 2018 году. После нашей встречи была определена процедура, после которой мы, лично я обратился в управляющую компанию. Управляющую компанию за просьбой продолжить следить за скейт-парком, за рампой. Получается, за эту рампу отвечает управляющая компания? Все верно. Да, эта рампа принадлежит управляющей компании, и она должна непосредственно следить за качеством, за покрытием, ну и делать соответствующие ремонты. Я совместно с администрацией городского поселения Видное вышли на учредителей данной управляющей компании и просили помощи в решении данного вопроса. Вчера, несмотря на дождливую погоду у нас в районе, мы встретились, получился довольно конструктивный диалог с молодыми жителями нашего микрорайона. Были заданы ребятами много правильных вопросов в отношении рампы, много было высказано требований, опять же, пожеланий. Итоги встречи. Создана рабочая группа в лице, в том числе и управляющая компания. В эту группу вошли также Никита, активист молодежи, Антон, если мне память не изменяет, так зовут молодого человека. Ну и, безусловно, я буду тоже обязательно буду курировать данный вопрос с ребятами вместе и будем смотреть. Также известны ли сроки, когда произойдет реконструкция? Договорились. Управляющая компания до 20 числа должны выделить деньги на покупку оборудования, специального оборудования. После этого мы договорились о встрече, об очередной встрече с управляющей компанией, дабы зафиксировать, обозначить дорожную карту дальнейших действий по ремонту рампы. Спасибо. Я надеюсь, что все будет реализовано. Я тоже искренне надеюсь на это, и мы будем следить за событиями и сделаем все возможное от себя зависящее. Вам большое спасибо за сегодняшнюю встречу. Я напомню, что мы беседовали с депутатом Совета депутатов городского поселения Видное Александром Босых.